И еще, конечно, вот я лично начала рисовать именно в Италии. Почему? Потому что здесь у меня открылись возможности. У меня появилось чуть больше места в доме, потому что, конечно, в российских квартирах наших обычных трудно даже найти, бывает, угол для того, чтобы написать какое-то полотно среднего размера. Вот. Но, тем не менее, то, что я сейчас делаю, то, что я пишу картины и тому подобное, это не от моей, будем говорить, не от множества свободного времени, которое я имею, хотя бы потому, что я являюсь матерью 5 детей, самому старшему сыну 19 лет и младшей дочке 5 лет. И, естественно, никто не отменял воспитание детей, вложение в детей всех своих сил, души и тому подобное. В делении массы времени, естественно, и готовка, и домашнее хозяйство, все это тоже на мне. Вот. Но, тем не менее, как я знаю, наши русские женщины могут все. Я успеваю в промежутках с утра еще как-то писать картины и плюс еще преподавать. То есть у меня практически каждый день, хотя бы на час, есть какой-то урок. Но, слава богу, приезжают ко мне домой мои ученики. Вот такой. Так что, если вы хотите, то если у вас есть желание, главное желание, вы можете добиться абсолютно всего. И вас узнают, и вам самим будет приятно от того, что вы стали узнаваемыми в артистическом кругу.